И снова здравствуйте! Находясь в твердой памяти и светлом уме, или четком уме, скажем так, Борис Маркелов продолжает публиковать всю правду о Александре Блинове. Да, Саша, тебе это не понравится. И это еще не понравится тому человеку, кто эту информацию всю сливал. Я, конечно, обещал не выкладывать данную информацию, но, тем не менее, видимо, время пришло, и тот человек забыл, что вообще происходило и зачем он это делал. Возможно, он был безумен, но, тем не менее, то, что происходило до того, как этот человек ушел в Хойбокс, в этот мошеннический проект, и до того, пока он молчал, эта информация оставалась конфиденциально. Сейчас она принадлежит общественности. Сразу скажу тем людям, которые непосредственно, страдают психическими заболеваниями или нервы у вас не в порядке, лучше это не смотреть. Поэтому помните, ребята, все сказанное вами может использоваться против вас и сыграть с вами не очень хорошую шутку. А интернет помнит все. И если вы думаете, что где-то информация пропадает, то вы жестоко ошибаетесь. Пропадает она только в ваших телефонах, а в интернете она остается.
А еще есть информация, как Александр Блинов, наш любимый, наш отец пяти детей, проигрывал деньги, которые он зарабатывал благополучно в проекте «Подарки на карту», проигрывал на ставках и проигрывал немалые суммы за вечер. Это тоже есть. Если захотите, я чуть позже могу еще опубликовать многого интересного, но на данный момент, я думаю, вам этого будет достаточно, чтобы понять, кто такой Александр Блинов. Всем привет!